Так. Милитанье на тасмай Шри Гураве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Пречарине Нирвишеша Шуньявади Пасчача Деша Тарине Панчакалпатарубьясча Крипа Синдубаевача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададха Шри Васади Гор Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Rama Rama Hare Hare. So we want to understand how Krishna consciousness is available. Итак, нам нужно разобраться, как мы можем обрести сознание Кришны. Каждому, повсюду и в любое время. We are all eternally connected to Lord Krishna. Мы вечно соединены с Господом Кришной. Lord Krishna is the Father. Of all living entities. Господь Кришна – это Отец всех живых существ. И мы Его частицы. We are His children, мы Его дети. We're all children of Lord Krishna. He is the Father. Мы все Его And дети, the а Он – наш Отец. Lord Krishna says, Aham bija pradam В Бхагавадгите Господь Кришна говорит, I am the seed-giving father. Я – Отец, дающий семя. So, Krishna consciousness is like a Сознание family. Кришны. And это we как can семья. See here among our devotees in Geneva that devotees are from different countries. Мы сейчас в Женеве видим преданных из разных стран. Different Они все разные, однако одна вещь, которая является общей для всех, это то, что мы все духовные существа, мы духовные души, и мы все являемся частицами Господа Кришны. И наше естественное сходство в том, что мы все любим Кришну. Любовь к Кришне доступна для всех, она находится в сердце каждого. That love of Krishna. Мы должны пробудить ее. And we awaken that love of Krishna мы должны пробудить любовь к Кришне с помощью слушания о Кришне. Таким образом, слушание очень важно для нас, как преданных. We need to hear Нам нужно слушать постоянно. Nowadays, many devotees В наше время многие преданные организуют группы, и где там они читают вместе. A book of Srila Prabhupada. Книги Шрилы Прабхупады. Some people may read Bhagavad Gita. Некоторые читают Бхагавадгиту. Some people may read Krishna book. Другие Кришна book. Sometimes devotees like to hear Prabhupada's pastimes. Преданные любят слушать о играх Прабхупады. Different devotees who've written books about Srila Prabhupada. И они слушают об этом от разных преданных, которые написали книги о Шриле Прабхупаде. Guru Gauranga Prabhu. That he should write his book Я вдохновлял Гаурангу Прабху, чтобы он написал книгу о пребывании Прабхупады в Женеве в течение 8 дней. Поскольку Гаурангу каждый день организовывал замечательные программы для Прабхупады, чтобы тот встречался с разными людьми. Я думаю, что это было бы очень интересно, если бы это все было опубликовано в виде книги, где бы рассказывалось об этих 8 днях, которые Прабхупада провел в Женеве. И, конечно, другие, которые путешествовали с Прабхупадой, как Шрута Кирти Прабху, он был слугой Прабхупады какое-то время, Харишаури Прабху, который тоже был его слугой некоторое время. Он написал много о Прабхупаде и о играх, которые проходили с ним. Но даже те преданные, которые не путешествовали вместе с Прабхупадой, они также писали о Прабхупаде. Они описывали славу Прабхупаду, различные происшествия, которые вдохновляли их, которые производили на них впечатление. Например, вот, например, Бхакти Викаса Свами, он на самом деле никогда не имел личного общения с Прабхупадой.
кроме того, когда он получил вторую инициацию. Но это общение было очень кратким. Но он очень пространно описывает Прабхупаду. Это замечательное прославление Прабхупады. И другие преданные, такие как Шьяма Сундара Прабху, естественно, писали о Прабхупаде. Он написал три замечательных тома: «Охота на носорога вместе со Свамиджи». Это замечательное описание его путешествия с Прабхупадой в начале движения сознания Кришны. Замечательно слушать о Прабхупаде. Все условно оживает, когда мы слушаем о различных деяниях Прабхупады. Шрила Прабхупада — это центральная фигура в сознании Кришны. Он ачарья-основатель, и у нас у всех есть с ним отношения. Сегодня мы видим, что в движении сознания Кришны есть много духовных учителей, и у многих из них огромное число последователей. Это, например, Джаяпатака Свами Махарадж. У него примерно 70 тысяч учеников. Вот сколько учеников. 70 тысяч учеников. Gopal Krishna Goswami. He also has Gopal many Krishna thousands Goswami. Of disciples. У него тоже много тысяч учеников. Радханат Свами Махарадж. У него тоже много учеников. И многие ожидают принятия инициации у него. То есть в движении сознания Кришны есть очень много таких великих фигур. Но Шрила Прабхупада, он ачарья-основатель, и он является центром ИСКОН. И все мы связаны с ним. Вот это очень важно. И нам нужно развивать эту связь со Шрилой Прабхупадой. Мы должны чувствовать эту связь с ним через наше движение сознания Кришны. Мы читаем книги, и мы должны читать эти книги внимательно. И я очень рад, когда слышу о том, что кто-то из вас учится на Бхакти-шастрах. Это очень важно, поскольку это помогает нам изучать книги Шрилы Прабхупады. Наилучший способ изучения книг — это изучать их вместе с другими преданными. А если у вас еще есть учитель, который наставляет вас в правильном направлении, это намного легче. То есть это просто замечательно, когда вы учитесь на Бхакти-шастрах. И даже если вы уже в возрасте, вы не должны думать: «Ой, я уже старый». Нет, вы можете делать, каждый может это делать. Это хорошо для всех, поскольку, допустим, кто-то вышел на пенсию, вот Пьеранджело сказал, что он вышел на пенсию уже. Но вы пенсионер для своей материальной работы, но вы не на пенсии для сознания Кришны. Для сознания Кришны нет пенсионного возраста. Вместо того, чтобы заниматься материальными обязанностями, лучше заниматься духовными и служить Кришне больше, и быть более деятельными в сознании Кришны. Поэтому не думайте, что вам теперь нечего делать. У нас очень много дел вместе с преданными. Так много книг надо прочитать. В течение этой жизни нам нужно прочитать все книги Шрилы Прабхупады. Не покидайте тело до того, как вы прочли все книги Прабхупады. Мы становимся старыми, в какой-то момент мы покидаем тело. Но перед тем, как покинуть тело, вы обязаны прочитать все книги Шрилы Прабхупады. Это очень важно. Учиться на Бхакти-шастрах — это начало, которое поможет нам понять книги Шрилы Прабхупады. И у нас есть другие курсы, такие как ученик в ИСКОН, который тоже очень хороший для того, чтобы понять, как организовано наше движение сознания Кришны.
Это тоже очень важно. Даже если вы думаете, ой, у меня уже инициация, мне уже это не надо. Однако курс «Ученик Виском» очень хороший, поскольку он поможет нам понять, чем является движение сознания Кришны, как оно организовано, как там все происходит, как устроил его Прабхупада, чтобы оно функционировало. И поэтому это очень важно для нас. Сейчас у нас есть и другие курсы. Например, здесь, в Малайзии и в Индии, есть курс по Бхагавадгите, когда проходится по одной главе в день. Одна глава Бхагавадгиты в день. Один час по одной главе Бхагавадгиты. И в течение этого часа у нас идет PowerPoint-презентация, в которых освещается множество основных моментов Бхагавадгиты. Таким же образом, по главе в день, в течение 18 дней, вы пройдете таким образом всю Бхагавадгиту. Это очень успешная программа, которая вводит людей в знания Бхагавадгиты. И сотни тысяч людей уже прошли этот курс и получили большое благо от этого. Этот курс есть на английском, но он может быть переведен и на французский. Не знаю, может быть, он уже есть на французском. Этот курс также проводился в Индии на разных языках, на хинди, например, на бенгали. Но хорошо бы также на французском его сделать, также на итальянском, на немецком. Это очень хорошо для нас, иметь такие систематические программы по изучению книг Шрилы Прабхупады. Вначале вы должны читать книги Шрилы Прабхупады. Если вы соберете людей, то можно делать какие-то группы и читать каждый день, или, ну, например, раз в неделю вы будете читать Бхагавадгиту. Может, нужно читать полчаса, час, как вы можете. Иногда встречаются каждый день. Можно это сделать в Zoom, можно сделать в доме. Можно по скайпу, можете найти различные пути для этого. Но основная вещь, которая должна быть принята во внимание, это то, что вы должны слушать о Кришне, должны развивать привязанность к слушанию духовного знания. Это очень важно для нас. Концентрировать свой ум и направлять его на мысли о Кришне. Это то, чем мы должны заниматься в своей человеческой жизни. Мы должны помнить Кришну, поскольку Кришна сказал в Бхагавадгите, о чем бы ты ни подумал в момент смерти, такова будет твоя судьба в следующей жизни. То есть для нас очень важно использовать свое время для того, чтобы постоянно слушать и воспевать, и развивать наше сознание Кришны. И, конечно, воспевание Хари Кришна – это прекрасно. Но если мы не воспеваем Хари Кришна, в это время вы старайтесь слушать. Организуйте это как-нибудь. Присоединитесь к каким-то курсам, группам, а там, где вы вместе читаете, обсуждаете темы, связанные с Кришной и Прабхупадой. И таким образом мы приведем свою жизнь к совершенству. Совершенство жизни не в том, чтобы иметь много денег. Конечно, это здорово, вы наслаждаетесь, но это не спасет вас в конце жизни. Во время смерти не будет разницы. Вы можете быть бедны, можете быть богаты. Никакой разницы не будет. Разница в том, сколько у нас будет сознания Кришны. Поэтому мы должны тренировать свой ум, практиковаться в том, чтобы думать о Кришне. Вот в чем цель. И не имеет значения, в каком вы возрасте. Можете быть молоды, может быть стары. Это не важно ни для кого. Шримад Бхагаватам, Прахлад Махарадж был всего лишь маленьким мальчиком.
Кумар – это мальчик пятилетнего возраста, пятилетний мальчик. И он уже понял, что такое сознание Кришны, и что он должен развивать свое сознание Кришны. Вот это правильное использование человеческой жизни. Прабхупада цитировал одного христианского деятеля. Он говорил, что польза в том, если вы получите целый мир, но потеряете свою вечную душу. Смысл в том, что у вас может быть все материальное, однако, если вы не примете прибежище у Кришны, то ваша жизнь прошла впустую. Она бесполезна. Вот такое понимание о том, как вы должны использовать свою жизнь для служения Кришне. Почему бы и нет? Ну что еще в этой жизни есть? В этом мире рождения и смертей? Что в нем еще есть, чтобы сделать жизнь более ценной? Да ничего нет, кроме сознания Кришны. Вот это самая ценная вещь. Это прекраснейший драгоценный камень. В Шримад-Бхагаватам есть пример Друва Махараджа. Он ушел в лес и там совершал аскезы в течение 6 месяцев. Он жаждал огромного царства. Но после того, как он 6 месяцев совершал аскезы и медитировал на Кришну, он настолько очистился, что когда Господь появился перед ним, он сказал: «Я искал битого стекла, а вместо этого я обрел прекраснейший драгоценный камень». Таким образом, материальные желания, желания процветания, славы, признания – это все битое стекло. Но сознание Кришны – это прекраснейший драгоценный камень. Поэтому мы должны наслаждаться этим драгоценным камнем, красотой сознания Кришны. Мы так счастливы, что вы все сейчас помогаете Женевской ятре развивать такие хорошие программы сознания Кришны, чтобы жители Женевы помнили о Кришне. Шрила Прабхупада тоже посещал Женеву. Спасибо вам всем за то, что за ваше бесценное время. Мы желаем вам всем удачи здесь, в Женеве. Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за ваше время, которое вы нашли в вашем графике в Малайзии. Мы на самом деле так вдохновлены вашим общением сегодня. And it's a good idea. Мы очень хотели видеть вас в Женеве на следующий год. Вы сказали, что вы можете позвать также Индрадюмну Махараджа. Это отличная идея. Мы также попытаемся. I don't know if it is proper to share it now. Я не знаю, можно ли об этом рассказывать, но вот Читрарадха Матаджи, у нее был такой замечательный сон, что Прабхупада был здесь с нами на программе в пятницу. Он был с нами на киртане, танцевал и находился в центре киртана. И мы думаем, что это был замечательный знак. Guru Maharaj, just wanted to know, что Прабхупада тоже был с нами здесь. Вот хотелось бы спросить у вас, Гуру Махарадж, был ли это позитивный знак, вот этот сон? Абсолютно так. А когда у вас сон о вашем духовном учителе, это правдивый сон. Это очень положительный знак. Большое спасибо, Гуру Махарадж, так хорошо услышать это от вас. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, или кто-то хочет сказать что-нибудь перед тем, как наша сессия закончится? I would like to have regular classes on Sunday morning with Maharaj. Хотелось бы, чтобы у нас были регулярные классы по субботам, по утрам с Гуру Махараджем. Well, if it's at this time, yeah, this time is convenient for me. I just finished my class. Это время для меня удобно. It's midday here. Я только что закончил свой утренний класс. Здесь около полудня, час, два пополудни. В это время я свободен, поэтому можно попытаться.
else. В будущем, если тоже у меня будет время, если ничего не произойдет, я не уверен насчет каждого воскресенья, но иногда, да, может быть, иногда раз в месяц, раз в два месяца во время ваших поездок. Спасибо, Гуру Махарадж. Вы очень добры. Гуру Махарадж, у меня есть вопрос по Шримад Бхагаватам. Я читаю, и там так много разных историй. И вот могу ли я читать просто одну шлоку за другой, а затем уже вернуться к комментариям? And then go to the commentary, because if I read the verse and read, поскольку когда я читаю шлоку, а потом читаю комментарий, то в комментарии ведь говорится не только о том, о чем было в шлоке, но и о разных других вещах. Все советы Прабхупады насчет духовной жизни. Но для меня это все не очень понятно. You know, as you like, you can read the verses. Да, конечно, если вам нравится, вы можете читать просто шлоки. Yeah. You know, you get the... По крайней мере, вы будете знать, о чем говорится в Шримад Бхагаватам. As you point out, your Prabhupada's purports can be sometimes he will give practical advice to devotees, and sometimes he will give. Да, в комментариях Прабхупада иногда давал преданным практические советы, а иногда он так приводит комментарии ачарьев. Yeah. The purports are wonderful, but it's. Да, комментарии прекрасны. I don't know, female mind, I don't know, but sometimes I'm bewildered by all the different. Но там о стольких вещах говорится, иногда меня сбивают с толку на разные имена, их такое множество. Сута Госвами, Шунака Риши. Вот сейчас я наконец поняла, кто такой Сута Госвами, Шаунакариши, Шукадева Госвами, Сута Госвами, да. Простите. Этот спрашивает того, а тот, в свою очередь, спрашивает еще кого-то. И в конце концов я уже забываю, кто там первый спрашивал. И к кому он обращался. Как-то так. Да, да. Простите. Да, это может быть немного так запутывает. Сейчас я на 15 главе первой песни. На 13 главе первой песни. Вот сейчас я немного уже понимаю хронологию и кто есть кто. Вот, а после этого я думаю все прочитать уже с комментариями. Я не знаю, так можно делать? Да, ничего страшного. I don't know if it's a good idea. Okay. Yeah, there's no harm. Okay. Yeah, you can do it like that. You read the verses, and that way можно you get the flow. Читайте of the chapters, только one chapter шлоки. To the other. А так вы поймете основную тему главы, одну главу за другой. А потом, когда вы уже захотите углубиться в детали, тогда читайте комментарии. У нас есть курс по Шримад Бхагаватам, так же, как вот имеется курс по Бхагавадгите, есть и курс по Шримад Бхагаватам. Там изучается одна глава за другой, отдается обзор сюжетной линии каждой главы. И таким образом вы обретете понимание, и как связаны главы между собой, и как понимаются разные темы. Окей. I had the same problem. У меня тоже самая проблема. Сукадева Госвами, Сута Госвами. Сукадева Госвами, Сута Госвами. Was mixing. Они путаются у меня. I read in the Srimad Bhagavatam. I read Prabhupada saying. Я прочитал там, что Прабхупада говорит, неважно, что иногда вы будете путаться, если вы не будете знать точно, кто есть кто.
Я точно не помню, в какой это шлоке Шримад-Бхагаватам, но там сказано, что самое главное – это читать, а все эти истории, а просто читать без понимания того, кто есть кто. Читать просто шлоки одну за одной, чтобы понять сюжет. Для меня это такое облегчение. Это было такое облегчение понять, что не обязательно прямо во все вникать. Эти связи, кто там жена, кто король, кто махарадж, потому что их так много. То есть речь не идет о том, чтобы прямо все детали ясно понимать. Главное, что этот сюжет имеет отношение к Кришне. Вот и теперь я так делаю, чтобы вникнуть в сюжет. Так написано в Шримад Бхагаватам. Okay. Прабхупада так говорит. Okay. Да, спасибо за такое важное замечание. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Гуру Махарадж, мы бы хотели прочитать с вами один круг Махамантры. Вы хотите воспевать один круг со мной? Да, Гуру Махарадж, спасибо большое. Надеюсь, вы уже пообедали. Нет, у меня еще не было ланча. Но у меня был поздний завтрак, поскольку у нас там класс утренний затянулся. Где-то закончился в 10:30, поэтому у меня завтрак был тоже где-то пол 11. Хорошо, Гуру Махарадж. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna, Chaitanya Prabhu, Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much, Guru Maharaj, for your association. Thanks to all the devotees. Большое спасибо, Гуру Махарадж, за ваше общение. Nitya joined late. She wants to offer obeisances to you. Гуру Махарадж, Нитья присоединилась позже. Она тоже хочет принести вам свои поклоны. All obeisances, Guru Maharaj. Hare Krishna. Хари Кришна Махарадж, Хари Кришна Матаджи, вы тоже проходите Бхакти Шастры? Not now, Guru Maharaj. I'm joining in the next coming batch. This batch, the timing is not comfortable for me since I have the office. Не сейчас, Махарадж. Я пройду их позже, поскольку это время для меня не подходит. Да, это для вас будет трудно. Okay. No, somebody told me you were there in the Bhakti Shastra. А мне кто-то сказал, что вы тоже там на Бхакти Шастре. Да, я присоединилась, но вот время это мне не подходит, не получается. Okay, nice to hear from you. Очень рад вас слышать, Матаджи. Look forward to seeing you sometime. I want to come. Спасибо, Гуру Махарадж. Надеюсь увидеть вас когда-нибудь. Я надеюсь побывать там, в Мадрасе. Да, Гуру Махарадж, вы нужны нам. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Махарадж. Thank you so much. Hare Krishna, Махараджи. Thank you also. Okay, so we'll leave here. Yeah, thank you, Guru Махарадж. Srila Prabhupada ki. Jai Bhakti Vigna Vinash Narasimha Maharaj ki. So thank you all devotees, so very nice. Thank you, Vaishnavi. To start the morning Vaishnavi, with all of you. Thank you so much. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj will join next Sunday, yes? Not, I don't think, Mataji. He will join next Sunday, but sometime we can call him.
for our Sunday meetings. Do you think we should have our Sunday meetings in this time, morning, 7 to 8 or something? Class. It's very good, Vaishnavi. For us, it's better than in the middle of the day. Because yeah. It's so... Yes. What do you think, others? I also feel this is good. We can read Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. We can decide something on it, reading session. Yeah, it will be good. Yeah, Chitrata Mataji, what about you? It's okay this yes. time? It's a good time. Mm. Demitra Prabhu, for you? Okay. And Michael, yeah, you can also try to join, right? Yeah, it's also better. Yeah, morning time. Okay. For Kiranjana? Well, it's better. It's nice. Okay. It's nice time. Maybe from next week, I change the timing to this time, 7 to... Maybe we can strictly finish by 8:15, like that. Or we can decide and we can finish it on time. Mm-hmm. You mean so instead of... You speak instead of the Sunday afternoon? Yeah, right. Okay. Mm-hmm. We are thinking we can change from Sunday mm-hmm. afternoon to Sunday morning, 7 a.m. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Mataji. Yeah. Okay. Thank you all so much. And thanks to you. Thanks. Thank you. See you all on Friday. Yeah. Okay. Hare Krishna. Bye. Hare Krishna. Ciao. Hare Bol. Hare Bol.